Установка бокового дефлектора 2D от компании Стрелка 11 на J-Tour X90+. Перед тем, как установить, дается спиртовая салфетка. Протираем вот эти хромированные детали. Мы это уже все сделали. Как видите, мы уже открыли окно для проветривания. И будем устанавливать. Перед установкой снимаем защитные пленки. Устанавливается она, то есть она будет стоять немножко под наклоном по верхней части и по боковой. Здесь мы поставили по самому верхнему краю, теперь идем к низу. Также устанавливаем по самому верхнему краю. Берем полотенчика, придерживаем и начинаем приклеивать. Сначала верхнюю часть хорошенько. Потом второй. Пониже чуть, там идет второй скотч. Сильно нажимать не надо. Можно сильно машину нажимать и промять. Вот видите. Обязательно смотрите, чтобы у вас были ровные двери. Бывает, вот эти отдельные части завалены. И когда люди присылают фотографии, одна вот так стоит, другая по плоскости стоит вот так вот. Они говорят, у вас плоские детали неровные. Здесь на G-Tour завода оказались двери ровные. Также устанавливаем по верхней части и по боковой. Перекрываем хром. И смотрите сначала по высоте. Чуть-чуть подклеились. Видите, в воздухе висит. И потом... Также как бы перекрываем хром и смотрим, чтобы у нас здесь было ровно и здесь. Вот я вижу, что у меня все ровно. И тогда окончательно доклеиваю здесь по верхней части. Перекрываю также хром. Также беру полотенчика, придерживаю, начинаю приклеивать. Сначала верхний скотч. Потом нижний. Вот видите, когда все ровно, они вот гладкие, между собой соединяются. Также есть третья часть для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Снимаем также защитную пленку, здесь их две, внимательно смотрим, также задней части. Также перекрываем хром. Также в подвешенном состоянии выравниваем и смотрим, чтобы у нас все было ровненько. Все отлично. Также берем полотенечко и также приклеим основательно. Сначала вверх, потом ниже. Сейчас будем снимать защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка-11» на свой автомобиль,
также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры. Вы, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка-11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка-11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.